субботу, 29 апреля, на любимом стадионе Дончан Олимпийском состоялись первые в истории республики соревнования между пожарными разных стран, посвященные Дню пожарной охраны ДНР. Пожарные спасатели Европы и Азии боролись за право называться лучшими в своей профессии. МЧС ДНР в рамках чемпионата по кроссфиту представила выставку спасательных авто разных времен. Пришедших на торжественное праздничное мероприятие сегодня встречает парадом выставленная у входа пожарная техника. Это и машины скорой помощи, и машины эвакуации. И вот такие вот машины, предназначенные для работы на больших высотах. Организатором праздничного мероприятия стало Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР. Мы довольны этим мероприятием. Оно, вы видите, массовое, интересное. Пожарный кроссфит – это набор силовых упражнений, показывает стойкость, выносливость наших спасателей. Здесь, как вы видите, присутствуют команды Сербии, Абхазии, Луганской Народной Республики, России. Братство спасателей – оно всегда братство. И во всем мире спасатели нужны для того, чтобы спасать людей, несмотря ни на какие ситуации. Перед началом все собравшиеся почтили минутой молчания память спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Затем, под звуки оркестра, на поле спортивного комплекса торжественным маршем вышли командные участницы. В соревнованиях приняли участие сборные подразделений МЧС ДНР Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиева, а также России, Республики Абхазия, Луганской Народной Республики и Сербии. В судейскую коллегию в соревнования были включены министр МЧС ДНР Алексей Каструбицкий, замначальника Ростовского регионального отделения Российского союза спасателей Артем Щербаков, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квициния, вице-президент спортивной и гуманитарной организации «Последняя линия обороны» Республики Сербия Миодран Заркович. Нужно было видеть, как стадион поддерживал сербскую команду, которая впервые, в отличие от остальных, участвовала в данном виде состязаниях. Сербия! Вы сегодня первый раз участвуете в так подобного рода соревнованиях. Расскажите о своих впечатлениях. You're participating first time in such competition. What are your emotions? I don't have emotions because I don't have a breath. Он сейчас не может ничего говорить, нет эмоций, потому что он просто не может дышать. Очень тяжело. Вот на соревнованиях, как по-вашему, это сильный уровень, высокий? How do you think, is this track really strong enough, really difficult? Yes, it is very difficult, especially for me. I don't have such conditions, and outside is very, very warm temperature. Да, действительно очень сложные условия. Во-первых, потому что первый раз у него нет навыков. Во-вторых, потому что очень-очень жарко, тяжело в такой форме соревноваться. Посмотреть на состязание спасателей, по нашим подсчетам, пришли около 7 тысяч зрителей, дончане и гости столицы. Скажи, пожалуйста, ну вот ты возле пожарных крутишься почти весь день. Ты что, пожарным хочешь стать? Да. А чем тебе нравятся пожарные? Ну, они очень классно тушат. А еще что? Еще мне нравится, как они выбивают стекла. Здорово. И дверь. Ну, ты знаешь, что вот пожарный, для того, чтобы стать пожарным, нужно хорошо учиться, хорошо кушать и заниматься спортом. А я хожу сейчас на карате. А, ты уже спортом занимаешься? Да. И кушаешь хорошо? Да. Вы в таких соревнованиях участвуете первый раз? Впервые. Ну, как вам эмоции, ощущения? Все здорово. Все здорово? Да, все хорошо. Уровень классно, все обалденно вообще сделали. Приятно было приехать, посмотреть даже, поучаствовать, вообще классно все. Атмосфера, все классно поддерживают все, все здорово, да. Участникам предстояло пройти 3 этапа испытаний. Силовая эстафета пожарных, боевое развертывание, аварийно-спасательные работы. На каждое испытание для всех команд в общей сложности отведен 1 час. В перерывах для зрителей свои вокальные номера представил ансамбль МЧС ДНР «Звезда надежды». Наша служба дана не приказом, мы призванием избрали ее. МЧС на защите Донбасса носит гордо название свое. После кроссфита состоялось награждение победителей. Ими стала команда из Донецка, которая заняла 1-е место. На 2-м и 3-м расположились Макеевка и Горловка. В конце собравшихся ждал приятный сюрприз. Специальные гости чемпионата – российская рок-группа «Смысловые галлюцинации». Кроссфит молодой, однако уже довольно популярный среди сотрудников МЧС вид спорта. По сути, это комплекс силовых упражнений, направленных на повышение уровня профессионального мастерства спасателей. Подобные мероприятия очень важны и полезны для укрепления дружественных связей и сотрудничества между пожарно-спасательными службами разных государств. Дмитрий Зиньковский, Илья Литодиани, специально для Новороссия ТВ.